А вы знали, что можно сделать из пластиковой канализационной трубы и обыкновенной дверной ручки, если их друг к другу приложить? В отверстие ручки установить саморезы, шуруповертом их прикрутить. Небольшую пластиковую бутылку на две части разрезать. Оставить нижнюю часть. От велосипедной камеры отрезать небольшую полоску. На конец трубы надеть полоску. Установить дно от бутылки. Строительным феном дну бутылки придать термоусадку, чтобы плотно обжало трубу. То же самое можно сделать обыкновенным чайником, полив кипятком тонкой струйкой. С пластиковой бутылки от кулера снять крышку. В центре крышки сделать отверстие. На небольшом куске веревки концы связать узлом. Веревку вставить в проделанное отверстие крышки. Получилась крышка с ручкой. Крышку на трубу вставить, она четко встает, как будто для этого и сделана. В трубу поместить шампура и крышкой закрыть. Вот таким необычным способом получился очень удобный тубус для шампуров. И когда они вам понадобятся, открыл крышку и достал. Теперь у моих шампуров свое место есть. Искать их теперь не надо, и чисто, и всегда. Крышка надежная, переживать не надо, что шампура выпадут. Кому такая хитрость, идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!